Добрый день, друзья! 9 апреля 2023 год, воскресенье. Сегодня вербное воскресенье. Разрешите вас поздравить с вербным воскресеньем. Пожелать вам, чтобы в ваших семьях был детский смех. Это значит, детишки, чтобы были в вашем доме. Дети или внуки, или правнуки, да, чтобы был детский смех. Можно по WhatsApp играть с детишками в прятки, в смысле с внуками, если они у вас на расстоянии. Расшифровал, да? Чтобы была родительская мудрость, чтобы были пожилые наши родители живые и чувствовали гордость за то, каких они нас воспитали востребованными государством, востребованной профессией своей. И тогда наши родители будут долгожителями и активными долгожителями. Вот, верных друзей. Вот мы дружим с другом 47 лет, представляете? 47 лет, мы еще были маленькими, нам еще было по 7 годиков, мы еще жили вот в старой пятиэтажке в городе Уссурийске, Уссурийская 71, шестиподъездная пятиэтажка, на площадке 3 квартиры, 90 квартир. Вот мы еще оттуда дружим. У нас есть также друзья, у кого я был свидетелем на свадьбе, уже 34-36 лет назад, представляете? Чтобы родословные ваши, наши укреплялись, что мы дружили с двоюродными братьями, с двоюродными сестрами, чтобы мы знали племянников, племянниц двоюродных, чтобы они между собой общались, чтобы укреплялась родословная, понимаете? Вот, и чтобы было много ресурсов финансовых с разных источников дохода. Друзья, вот сейчас видите, за спиной у меня нет никакого напряга, все легко, да, речка Раковка, которая пересекает город Уссурийск на две части. Мне жена сказала: Владимир, ну съезди на Раковку, вот нарежь веточек, ну соседку угостим, на работу возьмешь, там в гостиницу сегодня мне в ночь давать тепло, по ночам еще топим, вот в гостинице, чтобы было тоже все хорошо, позитивно, да, вот 12 веточек срезал. Вербное воскресенье. Так что, друзья, с вербным воскресеньем вам, вас. Ну и кто знает, кто не знает, мне 55 лет. Вы знаете, я стараюсь жить сейчас осознанно и очень часто обращаюсь к Википедии, да, и к словарю Ожегова. И частенько проясняю, казалось бы, понятные слова, но мне вот потребность такая возникла на старости лет, 55 лет, но еще все впереди, только все начинается, вот осознанно прояснять какие-то вещи. Я про Бога все себе прояснил в 33 года. В 33 года мы бегали на 2000 лет христианства с ребятами, такое движение «Шри Чинмой марафон». Я сам из Уссурийска, но мне пришлось убежать из Уссурийска, уехать во Владивосток, и потом из Владивостока бежать до Хабаровска. Марафон – это больше, ну, 700 километров, да, в 2000 году. Мне посчастливилось, я тогда Бога познавал с разными течениями, с разными приходами, с евангельскими христианами, и у нас был грузин, режиссер и по образованию Георг, и он на 2000 лет христианства придумал на этот праздник тетрализованную из Библии историю поставить с Гамалиилом. Вот мне выпала честь играть роль Гамалиила, даже вот в городе Уссурийске есть на центральной площади напротив администрации города кинотеатр «Россия». Ну, наверное, 300 мест посадочных там точно есть, может быть, больше после ремонта. Но 300 точно есть. И мне выпала роль Гамалиила. Вот, тогда волшебным способом сестра мне сшила такую мантию из желтого бархата, из мягкой мебели сняла, просто за доли минут. Ну, просто вот волшебство такое, знаете, все сложилось. И вот я был в роли Гамалиила, это в Библии такой авторитетный первосвященник был. И там такие были слова, когда первосвященники к нему пришли: вот Иисус,
увлекает за собой новым вот верованием много людей. И была конкуренция вот у первосвященников. И они пришли к Гамалиилу, спрашивали, что же делать с Иисусом. А он им говорил, был Февда, который увлек много людей, но его не стало, и люди разбежались. Они говорят, к чему ты клонишь? Ну, не буду долго ваше внимание занимать. Гамалиил сказал, что если это дело от Бога, то вы не сможете этому помешать. Берегитесь быть богопротивниками. И вот сегодня вербное воскресенье, так как я вот на камеру говорю, да, это очень ответственно. Я специально вам сказал, что имею право на эту тему говорить. В свое время приложил много усилий, чтобы это все осознать. Вот, и в трудные времена нам помогают молитвы и Матроны. Я в 2005 году был в Москве в храме Матроны. Вот, ну не буду долго говорить, да. Куда приходишь, Матрона любила живые цветы, приходишь с живыми цветами, уходишь, тебе рубят их на мелкие черенки, цветы. И нам в трудные времена помогали это вот святыня, это прикладывать, читать молитвы. Когда дочка была маленькая, вот, ну и друзьям тоже, кто по здоровью ухудшалось здоровье по разным причинам. Я делился все это, отделял эти череночки цветов. Гвоздики тогда это у нас были. Ну, короче, эта вера помогает, реально помогает, друзья. Поэтому святой праздник. Вот. Смотрите, зачитаю официальную информацию Википедия про вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, христианский праздник, отмечается в предшествии Пасхи, то есть в шестое воскресенье Великого Поста, посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях. В православии входит в число 12 праздников. Это вот источник Википедия. Традиция посвящения ветвей деревьев в России верб в православии, да. Ну вот грамотно вот надо, ну осознанно такие вещи понимать. Друзья, еще смотрите, произошло сегодня несколько событий, о которых не могу молчать. И вот сегодня общался с Татьяной Николаевной Булавиной, это Челябинская область, город Троицк, 125 километров от Челябинска. Очень духовный человек, очень многому от нее научился за 47 суток общения. 47 суток общения мы с ней сейчас занимаемся даже не бизнесом вместе, а это образ жизни. Это вот объединение коллективного духа. Но это не секта, друзья, это вид предпринимательства. Это вид предпринимательства называется краудфандинг. Это официальный бизнес в интернете с малыми вложениями. Может быть, кто-то по разным причинам ограничен в передвижении, находится дома там, или на пенсии, или инвалид, или глухонемой. Вот есть такая возможность, не выходя из дома, в интернете официально зарабатывать, как Татьяна Николаевна говорит, чистоплотные деньги. Это значит, сначала надо помочь людям проконсультировать. Но сначала надо стать профессионалом в этом, в бизнесе, в интернете, в законном бизнесе, который работает в правовом поле. А затем консультировать людей. Это очень как бы непросто работа с людьми. Работа с людьми требует любви и требует такой глубокой философии. Об этом вот говорит один из лидеров, Андрей. Не буду как бы неправильно называть его фамилию, Андрей. Ну, кому надо, тот узнает. Он очень такие короткие видео записывает на обратную связь общения с людьми. Он очень успешный, живет, по-моему, в Таиланде, там
пальмы, очень достойная обстановка, детишек у него несколько, любимая жена. И вот он очень-очень так на таких вибрациях позитивных, так классно отвечает на вопросы разные по вот бизнесу, по рекомендациям, или еще мы его знаем как сетевой маркетинг. Просто преклоняюсь от его над его профессионализмом, поэтому тоже многие идеи я взял у него, о чем я вам сейчас скажу, да. И вот я говорю, посмотрел я, значит, Андрея в интернете, в Ютубе, пообщались мы сегодня с 2 часов ночи до 5 утра с Татьяной Николаевной Булавиной, моим наставником по кассе взаимопомощи Бифри. Значит, вербное воскресенье, да, вербное воскресенье. И я 47 суток в пути, это 1128 часов Бифри, да. И эта тема мне дала много энергии, много сил. Я возродил свои мечты. Это дорогого стоит, потому что были времена, когда я наступил на горло своим мечтам, да. У меня есть несколько компаний надежных. Ну как, не у меня, они есть международные компании, я в этих компаниях, в рамках этих компаний строю свое предпринимательство, да, бизнес по красоте Ламбре 20 лет, бизнес по здоровью, который помогли нам БАДы, вот была онкология в семье, были проблемы у меня с суставами, ушла сила 7 лет, я восстановился, и я это все достойно делал, делаю, я вам сейчас покажу. Но, чтобы это нести достойно, профессионально, не хватает финансов, чтобы открыть офис, чтобы ездить в регионы, налаживать логистику, обучение. В меня вложились очень великие гуру, коучи международного уровня. Но, чтобы передавать эти знания, нужно выезжать в регионы, организовывать массовые мероприятия, там, да, на 200 человек, там, на 100 человек, на 800 человек, как мы это раньше делали, да. Но для этого нужны, вы понимаете, финансы, да. И вот касса взаимопомощи Бифри явилась тем недостающим звеном, которое позволяет заработать чистоплотные деньги, хорошие, достойные деньги, и 2 миллиона, и 5 миллионов, и деньги на каждый день 34 тысячи, 102 тысячи. На информационно-консультационной деятельности. Друзья, вот как я вам зачитал про вербное воскресенье, ответственно, да? Позвольте, я тоже зачитаю. Я сегодня ночью конспектировал своего наставника Татьяну Николаевну Булавину, прям под запись. Тут вот у меня 8 страничек, да, А4 формата. Ночью жена отдыхала, я вот фонариком подсвечивал себе, да, таежным, такой телефон у меня есть. Кстати, телефон кнопочный, вот он, громкий звонок, плюс 7-914-974-45-45. Но это по деньгам вам станет, если вы будете звонить на него, но вы первый звонок сделаете на него, он берет везде, хоть в низине, хоть на сопках, хоть в лощинах, в тайге. Я частенько бываю в тайге, люблю лес, море, природу. Значит, плюс 7-914-974-45-45 только голосом. А я возьму этот телефон, на который я сейчас запись сделаю, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Телеграмом. Да? Кстати, напишите мне свой адрес в Телеграме, потому что вся движуха по бизнесу сейчас в Телеграме. Вот раньше Zoom там до 35 минут, да, комнаты были, да. Здесь более массовые комнаты и более массовые вот конференции, вебинары, как хотите их назовите, в Telegram. Поэтому напишите мне вот на плюс 7-924-123-24-44. Это вот Telegram, WhatsApp, свой адрес в Телеграме. Мы с вами обменяемся контактами и будем дружить. И вместе жить, поживать, добра наживать. Значит, смотрите, друзья, я в Бифри, которая мне дала видение, энергию,
веру, надежду, что здесь я заработаю достойные деньги в кассе взаимопомощи. Но сначала, смотрите, как это хитро все устроено. Почему чистоплотные деньги? Сначала нужно стать в этом профессионалом, если так вот уже по-серьезному, да, если самостоятельно работать без наставника. А не наставник, не наставнику, вот, допустим, устраивать встречи треугольником, да, я наставник и вы, да. А чтобы мы с вами самостоятельно работали, нужно, конечно, пройти обучение. Есть академия в кабинете BeFree, да. И почему я на первое место ставлю BeFree, а потом уже здоровье, For Life Research, 4life.dv.ru, 4life.com, потом уже бизнес красоты, которому отдал, For Life Research я отдал 7 лет, я там профессор. Вот, сам факт, что я продукт продукта, да, вот пальцы не сжимаются, а я делаю все. Я хотел записать это видео, сейчас мне сегодня надо попилить дрова, но приоритеты поменял, думаю, важнее написать видео на речке, да, вот на природе. Потому что раньше у меня была тактика, стратегия, что я много работаю, такой прям трудяга, прям куда деваться, да. А людям, оказывается, это неинтересно, им хочется легче зарабатывать деньги. Поэтому я вот сейчас вам записываю видео такое на природе, там как бы расслабон такой, да. Я сейчас немножко улыбнусь, да, чтобы вам было как бы так не напряжно. Ну давайте прочитаю молитву. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня учишь видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами, прикасаться Твоими руками, прощать Твоим сердцем, все больше любви Твоей, Господи, в моем существе. Аминь. Ну, как бы, чтобы вот энергия такая пошла добрая, да? Вот, поэтому, друзья, я вам еще раз повторюсь, произошли несколько событий, да? Вербное воскресенье, благая весть. Кстати, Иисус за благую весть пострадал, да? Потом разговор с наставником серьезный у меня был сегодня ночью с Татьяной Николаевной Булавиной. Я записал, законспектировал прям под запись то, что она говорила. Я набросочек сделал. Потом я посмотрел фильм 2016 года «Молот». Русский фильм наш, российский. И там отзывы такие, друзья, такой, знаете, мотивирующий. У парня была черепо-мозговая травма, ему сделали операцию, и он на кон поставил все, чтобы заработать деньги, как гладиатор в боях без правил. Ну, посмотрите, «Молот» 2016 года, ну, много таких фильмов есть, да, таких мотивирующих. И отправил сегодня в WhatsApp всем мужчинам, чтобы пробудилась вот эта мужская сила защитников, да. Почему? Потому что за 47 суток я столкнулся с тем, что люди просто поймали тишину и не отвечали на мою такую активность. А вот зачем я Андрея упомянул с Таиланда? Он говорил такое видео, у него интересное, нашел в Ютубе. Почему вам не отвечают на звонки? Или почему не приходят на встречи назначенные? И он три причины таких интеллигентно сказал, не обижая людей, да? Говорит, во-первых, вы достали людей. Я признаю, я достал людей. Есть такое слово, закошмарить, да? Но это такой высший пилотаж настойчивости, целеустремленности, закошмарить, да? А, опять же, для этого надо иметь, чтобы закошмарить, это надо иметь очень сильное намерение причинить добро людям, не ради денег. Вот в фильме «Молот» он говорил, я бьюсь не ради денег на ринге, да, после черепо-мозговой травмы. Восстановился. Актер такой классный. Посмотрите, я многим послал это. Если желаете, позвоните плюс 7-924-123-2444 с WhatsApp, с Telegram, я вам пошлю. «Молот», загуглите. Фильм 2016 года, российский. Чтобы поднять вот эту энергию. Так вот, возможности кассы взаимопомощи BeFree подняли во мне эту энергию. И я много себе уже всего доказал. Там и по стеклам ходил, и по углям, и в тайге, и по Сихотолину, и замерзал, и блуждал в тайге. И при помощи молитвы только выходил в сторону на 30 километров по тайге на трассу. Да, 30 километров блуждал. Уходил в сторону. И потом волшебным образом
Все, меня подхватывала попутка. Там такие чудеса были. Потом как-нибудь поговорим, кому это будет интересно. И потом приезжали ребята ко мне на джипе, которые меня потеряли, да. Вот. Поэтому чудес много. С молитвой, с Богом мы непобедимы. Но надо быть уверенным. И еще смотрите, что меня побудило записать это видео. Сегодня тоже разговаривал с профессионалом сетевого маркетинга с Краснодара. Еще вот я сегодня пойду давать тепло в гостиницу. Общался с ребятами, перегонщиками, перекупами дорогих автомобилей у нас в гостинице останавливаются. И тоже своей вот такой позитивной агрессией, ну, пугаю людей, да, люди незнакомые шарахаются, а я им хочу причинить добро. У меня есть навыки за 26 лет в сетевом маркетинге, связи. Я понимаю критерии выбора компании, были много ошибок, но я понимаю, что мы сейчас, компания BeFree, это даже образ жизни, это возрождение духа коллективизма, это все вместе, да. Но чтобы я получил деньги, мне надо сначала, чтобы вы получили деньги, и когда вы придете в матрицу по второму кругу, ну, за мной, да, только тогда я получу деньги. А чтобы это случилось, мне надо знать свою работу, помочь вам в этом, в это поверить. Смотрите, какая цепочка. Но это несложно, друзья. На самом деле все просто. И когда вы заработаете деньги, и вы по второму кругу придете за мной, как ниточка за иголочкой, тогда я заработаю легкие деньги. Да? Но вот тогда они будут легкие. Но для этого нужно пройти цикл. Это как вот, не знаю, в спорте есть чемпион и тренер, да. Это как в любом деле, вы приходите на какую-то новую работу, и у вас все равно есть какой-то наставник в любом деле. Хоть водитель, хоть сварщик, хоть доктор, хоть учитель. Вы новичок, пришли на какую-то работу, да, и все равно есть какой-то старший товарищ, который, опять же, если вы ему понравились по духу, да, по характеру, тогда он тратит свое время, ему за это не платят, он просто передает вам какие-то секреты именно того места, куда вы пришли, устроились, да. В любой работе. Хоть вы на рыбалку пошли, хоть вы в тайгу пошли, хоть вы пришли там на любую работу. Ну, не буду разжевывать, да. Поэтому, друзья, разрешите я вам тезисно зачитаю вот то, что я узнал от наставника. И вот обратная связь, да. Мне профессионал из сетевого маркетинга говорит: Володя, я была в матрицах, не хочу портить больше себе карму. И я, кстати, слышу за 47 суток уже больше 10 раз такой отзыв, понимаете? Потом я слышал отзыв от хороших предпринимателей. Владимир говорит: не хочу в холостую гонять мозг. Ну, толку ты гоняешь мозг в холостую, это как бы неосуществимо. Друзья, осуществимо, это уже 5-й год вот в Тюменской области. Вообще в 43 странах мира. Презентация есть на 8 языках. BeFree. Это финансовые программы, две. Одна на каждый день, другая — деньги на мечту, цель. И вот смотрите, по большому счету, вот не пугая вас, вот шпаргалка у меня в кармане, да. Вообще это все в телефоне. Есть бот. И там по реферальной ссылке все, 21 век, есть весь набор. И концепция, и маркетинг-план, и рекламные ролики, и презентации на 8 языках. Все есть. По реферальной ссылке вы просто прикрепляете это все и посылаете своим вот знакомым, ну, которым вы хотели бы причинить добро, да. Ну, а я, так как визуалист, я это все нарисовал вот так, да. Программа на мечту, где можно в круговую все это по кругу кольцом закольцовывается, да. И создается коллектив, допустим, 174 человека, и вы получаете 5 100 000, да. Ничего, как бы не фантастическая цифра для вас. Или если меньшим количеством людей, там 87 человек, там 2 300 000, да, или наоборот, да. Вот входы там есть 30 долларов плюс 5 за кабинет,
75 долларов плюс 5 за кабинет, 150 долларов плюс 5 за кабинет, 300 долларов плюс 5 долларов за кабинет, 900 долларов плюс 5 долларов за кабинет, 2700 долларов плюс 5 за кабинет, 8100 долларов плюс 5 за кабинет. Кому трудно или непатриотично звучат доллары, все это можно перевести по курсу, по-моему, сейчас уже около 80, да? Это будет там, допустим, 2700, или вот я зашел на 150 долларов, на 155 долларов, 12 тысяч, я зашел с семейным треугольником, когда семейным треугольником, золотой треугольник, это я, значит, работаю за троих, вот еще жену я привлек к этому делу, дочку, на 8 марта сам зашел на День защитника Отечества, вот, перед 23 февраля, перед 23 февралем, когда прояснил это все, и понял, кто, как не я, если я 26 лет в сетевом маркетинге, 20 крайних лет, я профессор-профессор в красоте, в парфюмерии, в визаже, lambre.ru. Если 7 крайних лет после того, как потеряли здоровье в семье и обрели его, компания Full Life Research по здоровью, да, кто, как не я, вот, железной рукой, к счастью, могу помочь людям, да. Философия должна быть глубокая. Должен быть человек предрасположен работать на людей, служить людям, да. Чиновники должны служить людям в идеале. Но Владимир Владимирович Путин, во всяком случае, об этом говорит, что чиновник – слуга народа, да, депутат – слуга народа. Вот. А сейчас, осознав, что в тренде нехватка денег в семье, реально нехватка денег в семье. Кому-то на катер у причала, кому-то на вертолетную площадку, кому-то на образование детей, кому-то проводить в последний путь, кому-то на здоровье, кому-то на улучшение жилища, кому-то на путешествия. Так вот, сетевой маркетинг действительно дает возможность свободы общения с родственниками, потому что мы высвобождаем свое время из работы по найму, хотя трудиться надо, никто не от этого не отменял. Но трудиться на любимой работе, а не из-за денег. Ненавидеть работу, ходить на нее с кислым лицом, да, и ради денег. А ходить на работу с улыбкой и не с работы тащить каждый гвоздь, ты здесь хозяин или гость, а на работу нести. Вот. Как вам такая не дикая мысль, да? А я из СССР, мы так и были. Вот. Но вот посмотрел, есть такая ночная передача. Podcast.lab по ночам идет. И вот смотрите, друзья, почему обращаюсь к мужчинам и к профессионалам сетевого маркетинга и просто к сильным личностям, кто еще, у кого есть порох в пороховницах и кто готов еще биться за свою мечту, но кому не хватает финансов для осуществления своей мечты, да? Потому что, смотрите, посмотрел вот этой передачи podcast.lab интервью с министром культуры Ольгой Борисовной, не помню сейчас фамилии, блондинка такая, красивая женщина, ну, можно найти в интернете, да, министр культуры Ольга Борисовна. И она поведала, когда ее назначили министром культуры, просто такой негатив на нее посыпался, даже от знакомых, от близких людей, не простили ей этого успеха. И желтая пресса, представляете? И для меня это было таким откровением, и я это сейчас наблюдаю за 47 суток, во мне появилась такая энергетика мощнейшая. Я зову людей изменить жизнь в надежной компании BeFree, касса взаимопомощи, деньги на мечту, деньги на каждый день. И я это чувствую, друзья. Это жизнь, представляете? Но я знаю, что 6 этапов есть. Сначала нас будут не замечать, когда мы несем что-то, да. Вот как, ну, я извиняюсь, но возьмите вербное воскресенье, да, где Иисус. Возьмите фильм Т-34, как тяжело он принимали Т-34. Возьмите автомат Калашникова, фильм, да, кто смотрел, как это трудно. Да возьмите любой фильм, хоть про школу, хоть про больницу, хоть про все. В каждом фильме есть какой-то герой,
одиночка, наверное, да, может быть, даже показано. Есть вообще 36 сценариев кино, оказывается. Есть месть, есть измены, есть боевик, есть мелодрамы, да. Вот. Есть исторические фильмы, да. Вот. И везде есть какой-то герой-одиночка, который, за которого мы переживаем, болеем, да. И есть какой-то отрицательный герой, там, такой нечестный, да, корыстный, да, там, какой-то там завистливый, да. Но мы же болеем-то за героя, который честный, да. Так вот, получается, что, друзья, когда вы попытаетесь что-то в мир понести, ну, это уже классика жанра, нас сначала не замечают, потом над нами смеются. Меня вот заблокировали родственники, да, перестарался я, да. Ну, я не скажу, что неадекватно, ну, просто я увидел в этом, тут же мы клялись, что давайте общаться с семьями, да, на юбилей. Ну, хорошо, что не на похоронах, да, хорошо на юбилей, да. Но когда пытаешься объединить родственников, ну, у каждого своя движуха, да. И, конечно, вторжение в личное пространство, ну, никому не нравится. Поэтому о чем говорит вот Андрей? Смотрите, 6 этапов. Сначала нас не видят, над нами смеются, а дурачок пытается улучшить мир. Сиди, не высовывайся, да. Я кусок сыра свой нашел, и мне хорошо. Я нашел кусок сыра, откуда таскать в свою норку, да. Не хочу общаться, да, ни с кем. Мне хорошо, и все здорово, да. А потом даже начинают воевать, угрожать. А потом, что он там лопочет? Это этапы возражений, да. А может к нему присоединиться? Есть даже мультики такие на эту тему, да? Ну, я Америку не открыл. Вы же тоже люди активные, каждый в своей теме прорываетесь, да? Каждый в своей теме прорываетесь. Просто вы сфокусированы на своем. Что я еще слышу? Куда фокус мой, ваш, туда и энергия. Не хочу распыляться, да? Ну, ради бога, если хватает финансов, ради бога, если у вас есть свое дело, ну, не распыляйтесь. Но рядом с вами есть люди, которые, наверное, не могут себе позволить инвестиций, не хватает финансов на обучение детей, но дайте им мой телефончик +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram +7 914 974 45 45 голосом. Скажите, вот Владимир, позвони, пообщайтесь в диалоге. И если не верите, то тогда проверьте. Если вы не верите, проверьте. Но что ж вы когда-то обожглись и сейчас дуете на холодную воду? А, матрицы, не хочу портить свою карму. Так только в 2018 году единственная компания пришла с интегральной матрицей, которая заточена на умножение и на прибавление. А до этого были матрицы, заточенные на деление и отнимание, дифференциальные матрицы. Поэтому вы получили отрицательный опыт в дифференциальных матрицах. Но не надо же все под одну гребенку. Поэтому, друзья, я обращаюсь к вам, позвоните мне. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45 голосом. Пообщаемся в диалоге. И еще, друзья, за 47 суток я подготовился и стал тоже очень хорошим компетентным специалистом в BeFree. Единственное, что у меня нету такого миллионного вознаграждения, как у моих наставников. Поэтому я вам предлагаю сначала позвонить мне, а потом мы созвонимся с моим наставником Татьяной Николаевной Булавиной. И она уже более по факту ответит точечно на все ваши вопросы, потому что у нее есть финансовый результат. А со мной вы можете проконсультироваться по БАДам компании Full Life Research. Я в этом профессор. Со мной вы можете проконсультироваться по парфюмерно-косметической компании Ламбре.
Я в этом профессор. Со мной вы можете проконсультироваться по тайге. Я по первому образованию техник-пчеловод. Со мной вы можете проконсультироваться про сделки, стрелки. В лихие 90-е я 4 года отработал в службе безопасности. На городском рынке 1992-1996 год, да? Про сетевой маркетинг 26 лет. Вот. Поэтому смотрите, друзья, еще 18 мая я, скорее всего, уеду по контракту работать, косить на 2 недели летний лагерь Суворовского училища, Уссурийское Суворовское училище. Я уже 3-й сезон работаю косарем больших территорий на своем оборудовании немецком. Поэтому, смотрите, осталось до 18 мая, сегодня 9 апреля, 39 суток. Меня Татьяна Николаевна поставила на профессиональные вот рельсы за 21 сутки в бифри. Это 504 часа. Это, хотя я с первого дня самостоятельно вот начал нести это доброе, светлое бифри, да, кассу взаимопомощи. Но вот я специально на своем YouTube-канале Староженко Владимир записывал видео, как в меня с первого дня, как в меня входила тема бифри, касса взаимопомощи, чтобы это была история. Ты помнишь, как все начиналось, да? И даже первый раз я неправильно одел костюм, галстук, взял фломастеры и даже неправильно рассказал маркетинг-план. Ну, первую часть я понимал на $150 плюс $5, да, как это все происходит. Но я думал, что и вторая часть также работает. Но тут свои фишки. Я не буду сейчас про это говорить. Скажу только единственное, знаете что? Что мы получим деньги. Смотрите, когда вот семиместная неделящаяся интегральная матрица. Ну, рекомендую, чтобы не устраивать детский сад, 12 тысяч рублей, чуть больше. $150 плюс $5. Я вообще зашел 3 раза по 12 тысяч, да? Когда понял, что буду до последнего вздоха эту тему качать. Смотрите, вы заходите. Здесь есть такая фишка. Ставите в левом плече бронь. И запускаете алгоритм по левому краю, вот сюда. Выплаты происходят вот с первого места. Сразу вам возвращаются назад ваши деньги, $150. Потом закрывается второе место, второе место вы получаете $150. Потом алгоритм идет вот в правую часть, как вам видится. Затем помогаете этому человеку, двух его знакомых проконсультировать. Третье место вы тоже получаете $150, да? Это получается, вы 3 раза по $150 возвращаете себе на ваши банковские карты в течение 40 минут. Деньги на сервере не хранятся. И с 4-го места идет реинвест. Затем вы приходите во вторую, заново все для вас история начинается. И помогаете этим людям пригласить по два человека, и помочь им ответить на вопросы уже их знакомых, да. И тогда эти ребята потом приходят за вами вот сюда на ваши места, вот под вами, да. И вот здесь вы получаете, потом эти ребята приходят вот на эти места, и вот здесь уже тогда это уже чистоплотные легкие деньги. Но сначала уже нужно помочь им заработать эти деньги, понимаете? И потом они приходят к вам. Но есть еще другая стратегия. Если вы не можете молчать, вот как мой наставник Татьяна Николаевна Булавина, она пригласила 65 человек, хотя условия двух позвать. И тогда получается, смотрите, вот у меня в предыдущей теме я позвал 150 человек. Я вам сейчас покажу. Поэтому у меня очень много знакомых. И получается, если вы попадете вот в эти места, вы просто будете счастливчиками, потому что мы будем своими знакомыми закрывать вот эти матрицы,
Но это не просто кругляшочки, это серьезно, это человеческие судьбы. Многие люди уже отдали кредиты, многие люди дали воспитание детям, образование. Многие люди проводили достойно тех, кому пришло время уйти. Многие люди путешествуют, многие люди улучшили домашние условия достойные. Многие люди вложили деньги в свои любимые бизнесы, в стройки, в автотранспорт. Поэтому этому делу уже BeFree 5-й год, уже прошло 4 аудита, есть лицензия. Если брать правовое поле, то 135-й закон Российской Федерации все это разрешает. Криптовалюты даже у нас запрещены. Если в прокуратуру кто-то напишет, вот где-то на инвестиции, да, там требуют инвестиции под криптовалюты, их больше 7 тысяч всяких криптовалют, то могут 159-ю статью, часть 4-ю натянуть по заявлению в прокуратуру. То здесь у нас консультационная информационная деятельность, у нас выдана лицензия, у нас лицензированный сайт международный, больше 43 стран. Поэтому, друзья, такого еще не было. В 2018 году это ребята из России организовали, но лицензию все это оформили, правда, в первом штате Америки. Ну, так устроено. У нас даже военкомат оформлен тоже в Америке, и Сбербанк оформлен в Америке. Ну, для вас это не новость, да? Поэтому, друзья, смотрите, я еще не обращался, вот... Смотрите, вот первая линия у меня в парфюмерно-косметической компании, 20 лет я этому отдал. Вот так, да? 150 человек, я как солнышко в центре, да? А это как спицы в колесе. А из них, дрова я сегодня не попилю, а из них получились вот такие, как галактики, как планеты, да, созвездия. 980 человек. Я к ним еще не обращался. Я еще обратился только к своим теплому кругу, к родственникам, да. Но нет пророка в своем отечестве. Поэтому, друзья, я на одном из видео на моем YouTube-канале я написал бизнес-план, весенний бизнес-план за 65 суток заработать 513 тысяч рублей. Это построить 5 вот таких матриц коллективов только по 15 человек, потому что у меня семейная матрица, золотой треугольник. Не 7-местные, а 15-местные. Вот. Ну, для вас 7-местные, если вы готовы работать, ну, за одну зарплату. Я всегда работал за несколько вознаграждений по сдельно-премиальной оплате труда. Я не буду говорить, кто я, что я. Заходите на мой YouTube-канал, там 1500 видео, и там много всего есть. Там с красной кепкой есть видео, я там на пеньке сижу, когда я закончил сезон 2022 года в летнем лагере Суворовском училище. Там есть такое видео, приглашаю к сотрудничеству. Наверное, это где-то октябрь 2022 года. Там на час видео, я там рассказываю свою биографию, там от пчеловода, там в вооруженных силах на Сахалине служил я, радиотехническая разведка, радистом начинал. Потом грузчик Крайпотребсоюза, базы Крайпотребсоюз, 36 грузчиков, 6 бригад. Сделал карьеру от грузчиков, от 36 в профсоюзе был. Потом на доске почета висел от 36 грузчиков. Потом меня Алла Николаевна Морозова пригласила во внештор Крайпотребсоюз. Это 20 складов. Это все, что сделано из пластмасса, металла, стекла, продукты питания, мебель, автомобили, мотоциклы, учебники, спортинвентарь, продукты питания, алкоголь, фрукты, овощи, мебель. 20 складов с заводов-производитель. И потом эта база Крайпотребсоюз распространяла через между 40 райпо Приморского края. И мы вот 36 грузчиков, 6 бригад, все это выгружали. У меня в лихие 90-е был в Гродбаре столик, потому что я ребятам доставал там телевизоры с декодером, видеодвойки, салоны, вот эти видики-шмидики пошли, да. Поэтому, ну, было очень все прикольно. А там 50 поездок в Китай,
Челноком, потом служба безопасности на уссурийском рынке 1992-1996. До этого, когда дочка родилась в 1991 году, я пошел за 3 месяца, заработал, ну, 2 года отработал, квартиру, полдома. Вот где мы живем, где очень гостеприимный дом, к нам все друзья, шашлычок пожарить, там рыбку покоптить. Поэтому там я все это подробно рассказываю. Потом я в 1996 году пришел в Гербалайф, жене надо было после родов привести фигуру в порядок, поправиться. Помните, хочешь похудеть, спроси меня как. У меня там спина немножко была сорвана, до этого я штангой занимался. И грузчик. И поэтому это были первые БАДы в России. Клеточное питание, да, это нормально. Мы же курочек подкармливаем, кошечек, собачек подкармливаем питанием специальным, да. Поэтому человеку это тоже надо, клеточное питание. Но тогда на нас смотрели, как на диких людей, говорили, что у женщин будет волосатая грудь, там вообще там, ну, такую ерунду чесали. Ну, кого там, Коперника или кого, сожгли на костре за то, что он говорил, что Земля круглая. И только там через 389 лет ему поставили памятник, да. Там кто-то там плыл, там, кого там, кука съели, да, папуасы. Плыл в Индию, открыл Америку, там, или наоборот, плыл в Америку, открыл Индию. Кто там лампочку придумал, да, что 10 тысяч версий он подбирал вольфрамовую нить, чтобы лампочка была дешевле, чем парафиновая свеча. Парафиновая свеча тогда была 24 цента, а надо было, чтобы дешевле, чем парафиновая свеча. Вот лампочку, 3 года он над ней колдовал, подбирал вольфрам, вольфрамовую нить. И лампочка стала стоить не 24 цента, а 12 центов. Но 3 года терпели его инвесторы. Поэтому, друзья, любое дело, вот я уже сказал, там, как Т-34 танк входил во время Великой Отечественной войны, как автомат Калашникова тяжело входил, да, ну, по разным причинам, да, по разным причинам. Поэтому нелегко, друзья, поэтому призываю мужчин или стрессовоустойчивых людей, у кого психика стрессовоустойчивая, будет нелегко. Хотя это в телефоне боты, академия, реферальная ссылка, воронки захват, все это можно легко делать, да, все это можно легко делать. Вот я говорю, шпаргалка, все на бумажке. Но не думайте, что если вы, конечно, замахиваетесь на большие деньги, на 2 миллиона, на 5 миллионов, то я как визуалист, там на моем YouTube-канале я все это говорю, все есть в телефоне, да. Но я люблю вот так это все сделать. Вот так это все нарисовать, да. Вот так нарисовать, вот так нарисовать. Поэтому я буду вам хорошим наставником. Хорошим наставником. Списки знакомых. Вот несколько тетрадей. Строительным степлером сбиваю. 96 листов А4 формата. И кого я люблю, уважаю, кому я хочу причинить добро, пишу списки знакомых. Какое видео я им послал, что они ответили. Поэтому, друзья, вот смотрите. Андрей Веденеев говорит, извиняюсь, если не берут вашу трубку, значит, или вы закошмарили людей навязчивый, или человеку просто некогда, или он раздолбай. Как с этим быть? Профессиональ. Если человеку некогда, значит, написали ему по почте, по электронной, там, в скайпе, написали ему смс-ку, перезвонили. У человека человек имеет право на свое личное пространство. Если он начнет предлагать свой бизнес нам, не факт, что мы пойдем за ним. Поэтому у каждого своя тема. Мы же говорим про активных людей, не про тех лентяев, которые лежат на диване и пьют пивасик. Хотя тоже надо полежать на диване и попить пивасика под хорошую рыбку. Сам люблю. Ну, 0,5, не более. 0,5 в стекле пивасик. Когда физически поработаешь, требуется соль. Соль требуется. Почему капельницы ставят? Соль. Натрий хлор нам нужен. Поэтому мы обращаемся к активным людям. И нам надо красиво выйти из любой ситуации профессионально, не ставя человека в неловкое положение. Значит,
просто попросить его, давай тогда в следующий раз запланируем конкретное время. Не то, что там когда-нибудь, а давай запланируем время. Вот сегодня 9 апреля 2022 года, воскресенье. Давай, значит, созваниваемся во вторник или в среду, там в 21 час или еще. Не обязательно бежать навстречу друг другу, там где-то встречаться. Сейчас можно по WhatsApp, там по Telegram все это обсудить в групповых группах. Чат есть у нас, Академия. Реферальную ссылку прикрепить. Не обязательно вот такие плакаты вам рисовать, друзья. Это мой подход, понимаете? Это мне надо было погружаться в тему за 21 сутки. Поэтому, друзья, у вас еще остается 49 суток до 18 мая. Потом я уеду, скорее всего, на покос. Там с интернетом немножко надо на сопку выходить. Ну, будем общаться по кнопочному телефону плюс 7 914 974 45 45, да? Вот, есть у меня наставник, но еще 49 суток. Я за 21 сутки встал на крыло профессиональное по кассе взаимопомощи Бифри. И почему я ставлю Бифри на первое место? Потому что, ну, нету у людей от 10 до 50 тысяч каждый месяц покупать БАДы компании Full Life Research. Но поверьте, люди занимают даже у меня парфюмерию на 8 марта, на 23 февраля, на день рождения своих половинок. Отдай в долг до получки, да? Цена вопроса 2200 флакона. 2200 парфюмерия, да? Вот. Ну, есть деньги, но на что-то другое, да? Резину поменять зимнюю на летнюю, там еще что-нибудь, да? Вот, поэтому, друзья, это не просто кругляшочки, это судьбы человеческие. 52 минуты, ну давайте заканчивать. Смотрите, это судьбы человеческие. Это как в гостинице бронируют у нас места за неделю, за 10 дней, да? Перекупы, перегонщики автомобилей. И бронь ставится. Вот это тоже, это места. Это места, но это программа Бифри, она лицензированная, проверили, вот как налоговая, допустим, выдает лицензию. Сначала законно-незаконно. 135 закон Российской Федерации разрешает краудфандинг, деятельность, да, и жертвовать деньги, и получать пожертвования, да, это касса взаимопомощи. 135 закон разрешает. Затем, какую продукцию вы предлагаете? Как вы принимаете пожертвования и как вы отдаете пожертвования? При помощи маркетинг-плана. Проверили маркетинг-план. Деньги на сервере не остаются. 100% распределяются между участниками. Поэтому, да, все классно, проверили. Вот вам лицензированный сайт. Вот вам лицензия на ваш сайт. Международные 43 страны, да? А дальше команда админов и служба безопасности все это проверяет и контролирует, чтобы между людьми были этические отношения. Но в сетевом маркетинге лидеру, который понимает маркетинг-план и понимает резидуальный остаточный доход, ему выгодно быть хорошим, понимаете? Мне выгодно быть хорошим и честным, потому что мы заточены на большие вознаграждения. Поэтому, друзья, кто не предал свою мечту, кто давно в сетевом маркетинге, как я, 26 лет, друзья, звоните плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, плюс 7 914 974 45 45. Еще смотрите, вот зачитаю шестой листочек от Татьяны Николаевны. Чтобы быть сильным лидером и выдерживать любые переговоры, надо быть мыслящим человеком, как в 3D, и в политике разбираться, и в экономике хотя бы понимать, и в геополитике, и в ликвидности вопроса нехватка денег в семей. Вот почему сейчас впереди планеты всей, даже не здоровье, даже не красота, даже не инвестиции там за процент, даже не товарные компании, а вот кассы взаимопомощи, но много попадосов на дифференциальные матрицы, которые заточены забрать, отнять, разделить. И только в Бифри интегральная матрица, семиместная, неделящаяся, такого не было больше. Но это уже 5 лет, это уже доказано.
Не верите? Проверьте, проверьте, позвоните, заморочьтесь, посмотрите, все же прозрачно. Послушайте Татьяну Романову, спикера в России кассы взаимопомощи БИФ, и очень грамотно говорит. 20.02.2023 год, вот я по этому видео тоже пришел, исключение из правил. Она до этого была в матрицах, которые не выплатили ей 100 тысяч долларов. И кто, как не она, понимая все плюсы и минусы, пришла в BeFree. И сейчас лидер, коуч, ведущий. Вот. Поэтому, смотрите, четвертый пункт. Возрождение коллективизма. Мы славяне и всегда всем миром. Мы сеяли рожь и после войны рубили деревья, да, сожженные. Здравствуйте, деревни. И родственниками мы с бедой боремся вместе, да, и радости, и свадьбы, и день рождения, и банкеты отмечаем, да. Поэтому это дух коллективизма, вот касса взаимопомощи. Но сначала нужно изучить тему. Сначала вы заработаете денег, потом вы придете опять к нам, и уже тогда мы получим легкие чистоплотные деньги. Но это легче, чем работать физически там или еще где-то. Это не надо усложнять, все легко и просто. И опять же, укрепление родословных, высвободить время свое от зарабатывания денег по найму и больше времени уделять семье. Вот, поэтому будем мыслящими человеками в 3D. Вот, вот как-то так. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Запланируйте встречу с моим наставником Татьяной Николаевной Булавиным, потом Булавиной с Челябинской области. Ну, посмотрите, сколько у вас в часовых поясах разница, где вы живете. Если по Дальнему Востоку, то мы договорились общаться где-то с 15.00 по Дальнему Востоку до 4 утра. Я работаю пока круглосуточно, сутки через сутки, 360 часов, даю тепло в гостинице. Но это моя экспансия. Там люди со всей России останавливаются. А летний лагерь Суворовского училища, там 300 человек коллектив от генерал-майора Николая Николаевича, руководителя училища Суворовского, до полковников, майоров, капитанов, старшин. Курсантики меня называют дядя Вовой. Я люблю эту территорию, я знаю, где каждая мышка, где каждая змейка живет за 3 сезона, где шершни, где осы, где клещи, вот, где роза ветров, дожди, у меня все есть, экипировка, поэтому я полюбил эту территорию, конечно, я пойду работать даже за небольшие деньги. Вот, поэтому, друзья, 18 мая, скорее всего, уеду на 2 недели на покос, поэтому спешите, 39 суток у вас есть, давайте запустимся, но вы не останетесь без поддержки, все решаемо, это всего лишь 40 километров от Уссурийска. Все здорово, это всего лишь 2 недели. Потом я опять здесь. Ну, потом за лето получается 150 суток. Это вот где-то 55 суток. Я буду там вот по 10, по 12, по 16, по 18 вахты. Буду обслуживать эту территорию. 1500 соток, 15 гектар. 1500 соток. Мне это надо, понимаете. Для уважения себя надо что-то делать руками. Все, 1 час. Друзья, помогай Бог, звоните, плюс 7-924-123-2444 с WhatsApp, с Телеграмом. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир, 1500 видео, 124 подписчика. Запланируйте звонок с моим наставником Татьяной Николаевной Кузнецова. Будет здоровье, если вам, значит, пообщаемся с моим наставником Кутузовыми Надеждой и Леонидом. Нужно по красоте, пообщаемся с моими наставниками, которые живут на Южном Кипре, город Пафос. Друзья, и у вас точно так же будет тяжелая артиллерия. Вы будете постоянно на связи с командой наставников. Вместе строим жизнь, вместе строим сеть, друзья. Представим добро миру. Помогай Бог.